Всем привет, друзья! С вами, как всегда, Робзи, и добро пожаловать в Brawl Stars! И сегодня я хочу запустить совершенно новый проект, который будет разделен на две части. В каждой части я задоначу 2000 гемов на совершенно новый аккаунт для того, чтобы, друзья, проверить код автора, развеять сомнения, догадки, легенды насчет влияния кода автора на выпадение эпика, мифика или даже леги. Друзья, насколько я знаю, код автора не влияет. Но мы сегодня это с вами еще раз докажем. Но вначале у меня огромная просьба каждому из вас. Прямо сейчас за 3 секунды поставить лайк, подписаться на канал и нажать на колокольчик. Готовы? Раз, два, три. Спасибо большое. А также, ребят, не забывайте, если вы хотите меня поддержать, заходите в магазин и вводите код автора Робзи. Тем более, на этом аккаунте мы как раз-таки будем проверять именно с кодом. А вот в следующей серии мы код вводить не будем и посмотрим разницу. Конечно же, это рандом, но мне все равно интересно сравнить. Конечно же, мы заходим и вводим код автора какой? Конечно же, Робзи. А теперь самое интересное. Донат в 2000 гемов. Погнали! Совершенно новый аккаунт создан буквально несколько минут назад. 7500 рублей. 2000 гемасов. Это просто жесть. И знаете что? Я посчитал. Если мы будем открывать ящики, мы потратим с вами на ящики 2000 гемов и получим 25 мега ящиков. Но если мы закупим весь Бравл Пасс, то мы, друзья, получим 15 мега ящиков, 38 больших и 16 маленьких. Я думаю, что здесь вариант однозначен. Конечно же, мы будем покупать Бравл Пассы, причем полностью. Нет, сначала покупаем вот так, 10 уровней, а теперь докидываем все вот эти уровни. Я постараюсь как можно быстрее, я знаю, что вам нравится. Я знаю, что вам нравится, когда тратят очень-очень много денег. Итак, закидываем. Сколько нам нужно потратить, чтобы получить последний уровень? Я уже, честно, и не помню. Нам, по идее, 2000 гемов не хватает, но если мы соберем все гемы на пути, которые мы получили, нам как раз-таки всего хватит. Боже, 7500 рублей. Я не знаю, зачем это делаю. Если жена узнает, она меня просто прибьет, куда я трачу деньги. Для того, чтобы проверить код автора, понимаете? Код автора, выпадет ли лего с кодом автора или не выпадет лего. Вот это вот, конечно, я безумец. Просто 7500 рублей. Больше 100 долларов я потратил на эту проверку. Поэтому, ребят, с вас просто миллион. Хотя бы, ну ладно, не миллион, 100 тысяч лайков, ребят. Набирайте 100 тысяч лайков, и эта вторая серия выходит сразу же. Сразу же. Если не набираете, то примерно нужно будет подождать несколько дней. Если наберете, ребят, я сразу же сделаю вторую серию. Мы с вами проверим, поэтому обязательно ставьте. А мы с вами уже дошли до 68 уровня, и у нас закончились гемасики. Но не страшно, мы здесь забираем 20-ку. Дальше листаем, листаем. Здесь забираем еще 20-ку. А, 10-ку, извините, пожалуйста. Здесь забираем 10-ку. Хорошо, где-то здесь еще 10-ка. Итого у нас есть уже 61 гем, и по идее еще где-то есть. Вот они гемасики, вот они где прятались. Вот еще 10 гемов, все, больше гемов у нас нет. А, есть гемы, хорошо. 69 уровень, докупаем. 69 и 70 уровень, друзья. Все, Бравл Пасс пройден, весь полностью пройден, и теперь мы должны потратить, закупиться, скажем так. Вольта я брать не буду, я специально его не хочу брать, потому что все-таки это как лего, то есть вольт — это лего. И начнем, друзья, мы, наверное, с маленьких ящиков, потому что, ну, как говорится, разминочный, да? А потом уже жестко, мега ящики. Или нет, давайте мы будем все делать по порядку. Маленькие, большие, просто идем по дорожке. Готовы? Готовы, все, думаю, с большого начинаем. Что нам выпадает? Один предмет и... Что? Вы это видели? Мы открыли два ящика, большой и маленький, и нам еще ничего не выпало. Здесь всего лишь один боец, камон. Я так понимаю, что это просто жесть. Подождите, код автора введен. Код автора введен, все в порядке. Поехали, мега ящик. Я очень на тебя надеюсь, три предмета. Отлично, это два новых бравлера. Вот какие, мне интересно. Первый — это Барли. Мы могли, в принципе, получить его бесплатно. Да, могли получить, но не получили, как говорится. И что? Удвоитель бонусов? Зачем мне удвоитель бонусов? Кстати, мы можем получить рейнджера Брока сразу, даже не дожидаясь 1000 кубков. Это просто полный трэш. Дальше, большой ящик, поехали. 2-1. Слушайте, но пока что начинается все очень, очень-очень спокойно. Дальше, маленький ящик.
два, один. Ну, слушайте, честно, я так давно не делал открытие, что просто уже разучился. Так, давайте, большой ящик. 3, 2, 1, 0. Нифига не выпало. 38 больших, напоминаю. Изначально было 38 больших ящиков. Так, 3, 2, 1. Во! Какой-то бравлер. И это пока. Ну, естественно. Естественно, пока что выпадают редкие. Будут выпадать сред редкие. И остальное тоже не очень хорошее все. Так, снова большой ящик. И снова у нас пустенько. А давайте, может, мы еще маленькие откроем. Хорош. Так, с маленького. Блин, с маленького нифига не падает. Почему? Два больших ящика, а после этого мега ящик. Хорошо, хорошо, хорошо. Еще один большой ящик. Главное, чтобы меня ничего не залагало. Так, поехали. Мега ящик и четыре предмета. Это, мне кажется, все-таки должен быть бравлер. Есть, есть, есть новенький бравлер. И это сверхредкий. Окей, сверхредкий. Первый сверхредкий. Мне интересно, сколько всего бойцов мы сможем выбить. И выпадет, ребята, вот реально, выпадет ли Лего. А вот во второй серии мы с вами сравним вот эти два аккаунта, что нам выпало. Сколько мы потратили денег, ну потратили мы одинаково, будут совершенно одинаковые аккаунты. Итак, мы открываем большой. Слушайте, что-то с больших совершенно нифига не падает. Вот я подряд открываю большие и не падает. У нас всего лишь два редких бравлера, а мы уже дойти до 15 уровня. До 15-го, Карл! Алло, два редких, один сверхредкий. Может быть, с маленького что-то интересное выпадет? Маленький прям подводит жестко. Большой ящик. Погнали, погнали, погнали. Удвоители, не удвоители. Так, ребят, доходим. Мега ящик. Внимание, барабанная дробь. Давайте. И 5 предметов. Что-то есть, что-то есть. Двоечка горит. Неужели? Я хочу, чтобы два бравлера, два бравлера. Так, Эль Прима. Ну, я здесь не буду удивляться. И Роза. Сразу два редких. То есть мы редких закрываем. Все. Хорошо, четыре редких мы выбили. Два бравлера есть. Открываем дальше. Большущий ящичек открывается. Три, два, один. Камон, ну камон, ну где, где? Где моя все эта красотища? Друзья, 20 уровень, поехали. 20 уровень, 5 предметов, что-то не очень хорошо. Если не ошибаюсь, у меня уже достаточно бравлера, чтобы выпадало по 6 предметов. 6 нужно. 3, 2, 1, 0, и ничего не выпало. Сколько у нас осталось еще уровней? О, ребят, нам еще очень долго. Нам еще очень долго интересно все это открывать, поэтому я немножко буду ускоряться. Маленькие ящики я вообще буду пролистывать, я не считаю их вообще важными, скорее всего, с них нифига не выпадет. Большой ящик. Воу-воу-воу-воу, погоди-ка, это сверхредкий пенни. Погнали дальше. Большой за 26 уровень. Интересно, у нас еще сами гемасики останутся, чтобы открыть какой-то ящик? У нас 41 гем. Можем зайти в магазин и купить себе еще один ящик. Поехали. 3, 2, 1 и... Ну да, конечно, если честно... Такое себе, пока что этот аккаунт меня не радует. Хотя, ребята, мы код автора вели. Многие подписчики пишут в комментариях: Робзи, я вел код автора, мне выпал ворон, мне выпал еще кто-то. Боже, здесь ПЭМ продается, и сразу тропический спраут. Камон, кстати, ПЭМ у нас сколько стоит? 189 гемов, потому что не отображается. Капец, ребята, просто капец. Давайте подарок заберем хотя бы. Нет, это мы покупать не будем. Пишут, ребята, пишут, но понимаете, у кого как. Мне кажется, все-таки это везение. То есть тебе должен был выпасть, допустим, Леон. Ты вел код автора, и тебе он выпал. Хотя, если ты бы не вел, скорее всего, он тоже выпал бы. Но мне всегда приятно, если у каждого моего зрителя будет введен мой код автора. Это реально будет круто. Итак, 3, 2, 1, 0, пока что нифига. Смотрим. Давайте, мега... Ууу, 6 предметов, хорош! Нифига себе, вот это дело пошло, так... Наконец-то, ребята, хоть не сверхредкий. Это сегодня первый хороший подарочек на аккаунте. Это Биби, это эпический боец, и я уже немножко рад. Конечно же, Вольт у нас есть, но мы его забираем. А вдруг мы его сможем выбить? Слушайте, вот реально, я знаю, что некоторые ребята выбивали, пока открывали ящики Вольта, но я ни разу такого не делал, поэтому я его не забираю, я его пропускаю и открываю ящики дальше. Маленькие, большие, мега ящики. Кстати, возможно, будет еще и третий выпуск этой серии. Знаете какой? В первой части мы донатим с вами с код автором, с введенным Робзи, 2000 гемов, открываем Бравл Пасс полностью. Во второй серии мы донатим то же самое, только не вводим код. А в третьей части мы снова вводим код, только покупаем только мега ящики с магазина. Вот это реально круто, друзья. Три серии, $300, это примерно 21 500 рублей или 22 тысячи. Боже, я как подумаю, это просто жесть. Ладно, если вы захотите, напишите или поставите просто огромное количество лайков, если вы этого захотите. Итак, 5 предметов.
5 предметов с мегаящика немного обидно. Немного обидно, потому что я ожидал, что-то выпадет с мегаящика. Но смотрите, нам выпала Биби, по идее наши шансы подрезались. Какие сейчас шансы? Легендарочка 0.1, 0.26 мифик, эпик 0.5, сверхредкий 1.2. В принципе, я, ну, не знаю. Неплохие шансы, но не сказал бы, что очень крутые. Так, вольта мы пропускаем. Вот, большой ящик. Погнали. 3, 2, 1. Даже 3 не было. Боже мой, даже 3 не было. Сразу 2. Вот здесь хотя бы 3. Ну-ка, ну-ка, подсыпь немного. Ну хватит, ну не капризничай, аккаунт, серьезно, выдавай, у тебя же код автора введен. Ты должен мне просто сыпать легами. Направо, налево, говорит, на тебе там Леончика, на тебе Ворона, на тебе Спайка, держи тебе там этого еще кого-то, боже, Вольта. Вольта на тебе вне очереди. 6-6-6, ребят. Хотя подожди, у нас же сами еще не выбиты сверхредкие, поэтому вот эта единичка, вот эта горящая единичка, возможно, там сидит сверхредкий. Проверяем. Да. Тут сидел сверхредкий, это Рика. У нас еще 2 сверхредких не выбито. Камон! Давай, обычный ящик. Вот лучше бы с обычного выпал сверхредкий, а с мегаящика выпало Лего. Хорош. Кстати, я хочу напомнить, что мне еще ни разу не выпадало Лего, пока я открывал Браво Пас. Вот ни разу такого не было. Сколько я делал таких рубрик, похожих, да? Просто открывал на нулевом аккаунте Браво Пас без теста. Но, слушайте, мне не выпадало Лего. Почему? Я не знаю. Возможно, я не везучий. Возможно, я забывал вводить код. Ну, посмотрим. 45 уровень, мега ящик, 5 предметов. Ну, конечно, да. Конечно, такое себе. Маленький ящик. Ну, хоть с маленького дало бы. Ну, ну, пожалуйста. 47 уровень. Мы уже прошли больше половины. Мы уже ближимся вот к финишу. Маленьких ящиков, по идее, у нас уже не будет. У нас остались большие ящики. У нас остались мега ящики. Так, 3, 2, 1, 0. Еще один большой ящик, один предмет вообще, один предмет. Вы что, серьезно? 6, 4, 4, вы что, издеваетесь? Алло, Бравл Старс, Эпик Сейл, кто там, Супер Сейл, боже мой. Я уже все перепутал, я в таком расстройстве. Ладно, поехали, 5 предметов, ну хоть не 4, знаешь, хоть не 4, хоть 5 выпало, большой ящик. Давай, 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 ты понимаешь, я сверхредких не всех выбил, камон. Ну, давай. Ну, там хотя у нас, слушай, шанс 1,2%, не такой уж великий. Так, маленький ящик с маленького... Заметьте, с маленького ничего не упало. Мега ящик. Мега ящик. 5 предметов. 5 предметов, камон. Чё за фигня? Так, подождите. Большой ящик. Большой ящик мы открываем. Фух, 56 уровней, друзья. 56 уровней пройдено. 57 уровень. Давай. 3, 2, 1, 0. Хорошо. Нехорошо? Нет, нехорошо, потому что не выпало. Маленький ящик нифига не падает. Остается у нас не так уж и много. Буквально 10 уровней. 59, 3, 2, 1, 0. Еще один большой ящик. Давай. Это просто жесть. Я в это просто не верю. Еще большой ящик. С больших ничего не падает. С маленьких ничего не падает. Давай, 60 уровень. Юбилейный. 5 предметов. 5 предметов. Ты издеваешься? Я не понимаю, вот это издевательство, реально. Наконец-то 6 предметов, но, скорее всего, это сверхредкие, друзья. Это так и есть. Сверхредкие, 4 из 5, это у нас Карлуша выпадает. Практически всех сверхредких выбили, но все равно не всех. Одного еще осталось добить. 64 уровень. 3, 2, 1, ну давай. Ребят, давайте, может быть все-таки лайки помогают? Вот если все сейчас лайки поставят, я открываю мега ящик и мне падает бравлер. Готовы? Лайки все поставили? И, походу, не все, ребята. Походу, не все, потому что выпало 5 предметов, и это не очень хорошо. Так, большой ящик. Либо, знаете, какая тема? Либо из-за того, что аккаунт новый, здесь не так хорошо и падает. 3 предмета, 1, 0. Последний мегаящик. И у нас залагал Бравл Старс. Восстановились. И остается последний ящик 69 уровня. Мегаящик. Просто кулачки сжали, крестиками пальчики и... 6 предметов, ребята, 6 предметов. Давай. Что это? Это Джеки. Это последний сверхредкий боец. Итого, мы выбили с вами один эпик. Всех сверхредких, всех редких. И у нас, смотрите, мы, конечно же, можем себе забрать вольта, забрать значки, усиления. Но я хочу просмотреть, не упустил ли я где-то, может быть, один сундучок везучий завалялся. А вот он сундучок. Мы должны его открыть по-любому. А то скажете, там было Лего. Там было Лего, но видите, Лего здесь не было. Смотрим дальше, здесь все открыто. 20 уровень, а вот еще мы пропустили. Офига себе, я 2 сундука пропустил, камон.
Я 2 сундука пропустил. Как я? 3 сундука я пропустил. Но, понимаете, я на маленькие ящики практически не обращал внимания, поэтому я их, скорее всего, и пропустил. Итак, открыли все. Но, смотрите, у нас остается 41 гемасик. А это означает, мы залетаем в магазин и открываем последний большой ящик на этом аккаунте. Готовы? Пум, пум, пум. И, в принципе, все. Итак, у нас с вами есть 10 бойцов, точнее 11, но включая Шелли, который у нас изначально. Дальше мы выбери Барли, которого можно было, в принципе, получить. Ну, вот такой, друзья, результат. Как видите, все-таки это рандом. Код автора не влияет на выпадение. Но, ребят, я буду очень вам благодарен. Еще раз повторяю, если каждый из вас его ведет, это просто огромная поддержка для меня, от моих подписчиков, от моих зрителей. Я вас всех обожаю. На этом я заканчиваю эту серию. Обязательно поставьте лайк, подписывайтесь, жмите на колокольчик. С вами был, как всегда, Робзи. Увидимся в следующей серии. Всем удачи и покеров.